Купальный сезон только начался, а из регионов продолжают поступать тревожные сводки. В Акмолинской области женщина утонула, спасая своего ребенка. Трагедия произошла 8 июня средь бела дня. 10-летняя девочка, спросив разрешения у мамы, решила искупаться в воде. При этом женщина не учла скорость потока в реке, и ребенка унесло течение. Не задумываясь, мать героически бросилась за ребенком, однако сама погибла в водной пучине. Девочку, ухватившуюся за ветку кустарника, заметил и спас местный житель. Мужчина, который и спас эту девочку, оказал первую доврачебную помощь. И после была передана карете скорой помощи. На поиски женщины были направлены спасатели оперативно-спасательных подразделений департамента ПЧС города Нур-Султан и Акмолинской области. 19:30 спасательной группой тело было обнаружено и извлечено из воды. На данный момент девочка находится в городской больнице города Нур-Султан номер 2. Состояние средней степени тяжести стабильное. Тем же днем в Талдыкургане спасли 11-летнего ребенка на городском пляже. Тонущего мальчика заметил спасатель, патрулировавший акваторию. Помощь подоспела вовремя. До прибытия скорой специалист оказал первую помощь. Во время патрулирования я заметил ребенка в воде. Сразу же бросился спасать. Мальчик был уже без сознания. Вытащил на берег, очистил дыхательные пути от воды, сделал массаж тела. Затем ребенком занялась бригада скорой помощи.